глаза. Все та же трещина небес в стекле окна. В первую очередь хотелось бы принести свои искренние соболезнования родственникам погибшего парня. 1 февраля 2018 года он был убит ножом, как вы увидели. И если вы спросите, почему это я вам рассказываю, то досмотрите до конца, и все будет понятно. Для начала журналисты. Міноборони розпочало службове розслідування за фактом вбивства військового у Києві. Бійка сталася в одному з ресторанів. За попередньою інформацією, поконфліктували група осіб та 22-річний військовослужбовець. Суперечка перейшла в бійку. Хлопець отримав ножове поранення в шию і помер на місці. Поліцейські, які приїхали на місце вбивства, попередньо про злочин розповіли небагато. В даний момент вони зникли, але за ними, можливо, вже наглядають. За попередньою інформацією, поконфліктували група осіб та 22-річний військовослужбовець. Суперечка переросла в бійку. Так, вітаю, колеги. Ми дійсно зараз перебуваємо біля ресторану, де сьогодні вночі зарізали українського військовослужбовця. Працівників ресторану, які працювали вночі, зараз немає, а зміна, яка працює зараз, говорити на камеру відмовляється. Але поза камерою нам сказали, що стався конфлікт між компанією 6 іноземців та українця. І от такий самий основний меседж в історіях від журналістів, я так понимаю, они просто не знали всей ситуации, да, просто они получили информацию от полиции, и полиция им сообщила, что якобы 6 человек иностранцев, это были азербайджанцы, ну, по крайней мере, двое точно установлено, и молодой парень, якобы он один с ними поконфликтовал. Дальше у нас от пресс-службы Дарницкого отдела национальной полиции мы получаем еще кое-какую информацию. На гарячу лінію до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в районі в Дніпровському відбулася бійка між двома компаніями. Тобто, виходить, не просто один військовослужащий, а компанія з другою компанією, двоє з яких точно є азербайджанцями. А от це у нас заместитель голови национальной полиции, начальник главного управления национальной полиции в городе Киеве Андрей Евгеньевич Крищенко. Військовослужбовець 96-го року народження, позаслужбовий час зі своїми друзями відпочивав в закладі громадського харчування. В нього виник конфлікт з іншою компанією, який переріс словесну перепалку. Потім була коротка бійка. Один з компаній, з ким сварився потерпілий, вийшов з кафе, через кілька хвилин повернувся з ножем, після чого наніс хлопцю 96-го року народження удар в шию, від якого він практично відразу помер на місці. Після виїзду слідчої оперативної групи було встановлено свідків цієї пригоди. Практично відразу було встановлені всі особи, які приймали участь в цьому конфлікті. І тут потрібно звернути увагу на два меседжі від Крищенка. Перше, те, що він говорить, що у от цього парня погибшого возник конфлікт з другою компанією. Да? Очень удобно, да, так говорить, потому что парень, ну вот это было в 2018 году, практически сразу после самого события, очень удобно было тогда так говорить, потому что парня уже нет в живых, и он уже не может рассказать свою версию событий. И второе, что он говорит, на что следует обратить внимание, что сразу же, практически сразу же, были установлены все лица, которые участвовали в конфликте, да. А теперь давайте откроем приговор. По данному делу, да, уже состоялся суд и уже есть приговор. Ссылочку на приговор я оставлю в описании, почитайте. Сразу говорю, чтобы вы понимали, кто есть кто. Вот, у нас три основных фигуранта. Особа 3, да, это убийца. А также двое компаний из двух ребят. Особа 7 и особа 8. Особа 8 – это погибший. С ним еще был некий особа 7.
Читаем, что суд установил, что приблизительно в 4 часа ночи 1 февраля в помещении вот этого самого ресторана отдыхали особо 7 и особо 8. Вот двое их было, вот военнослужащий и еще с ним один человек. Также судом установлено, что во время отдыха особо 3, вот убийца, подошел к потерпевшему особо 7, то есть не к убитому. И вместе с ним начал словесную перепалку. В итоге это все переросло в конфликт. После чего особо 3 покинул ресторан. Ну и дальше он вернулся с ножом, с подмогой. И произошло то, что произошло. То есть судом установлено, что конфликт произошел не между убитым и убийцей, а между товарищем убитого и убийцей произошел словесный конфликт. Когда мы читаем показания, то, ну понятно, у двух сторон показания отличаются. Вот особо 3, этот убийца, пояснил, что к нему подошел вот этот самый особо 7 и ударил его в лицо, а потом ударил его еще раз в лицо. При этом особо 7 поясняет, что убийца сначала приставал к девушкам, с которыми они там познакомились в этом ресторане, отбирал у одной из них телефон, поэтому он его настойчиво попросил так больше не делать, а также подошел к охране этого заведения и попросил, чтобы, ну, они как бы навели порядок и больше не давали вот этим вот ребятам мешать им отдыхать. Кроме того, были допрошены свидетели. При этом свидетели поясняют, что вот как раз то, что я говорил в начале, что конфликт у этого вот убийцы возник не с убитым, а с особо 7. Кроме того, девушка, вот, которая якобы приставали, она говорила, что да, к ней подходил молодой человек, этот азербайджанец, несколько раз. И потом вот эти ее особо 7 и особо 8 просили не подходить. При этом девушка заявляет, что никто у нее телефон не отбирал. Кроме того, свидетель, который работал в этом заведении, указал, что драка произошла не по вине азербайджанцев, а по вине особо 7 и особо 8, то есть убитых. И несмотря на то, что показания очень сильно расходятся, но в большинстве своем все сходится к тому, что сам конфликт произошел по вине особо 7. И как вы думаете, кем является этот самый особо 7? Честно говоря, когда я это все узнал, я немножко подофигел, если можно, да, такой термин использовать. То есть Кавадло со своим молодым товарищем отдыхали в ресторане. И в итоге случилось то, что случилось. Погиб его этот товарищ. Кавадло там защищался. Если почитать этот приговор, то мы увидим, что изначально особо 3 нападал как раз таки на него с ножом. Кавадло там отмахивался вешалкой. В итоге все внимание переключилось на молодого пацана. И погиб молодой пацан. Что хотелось бы добавить ко всему этому. Я не знаю, насколько действительно виноват Кавадло в этом всем конфликте. И мы бы с вами могли, наверное, это оценить как-то более объективно, если бы у нас было видео. Но видео у нас нет. А видео у нас нет и не будет, потому что это видео изъяла национальная полиция и не показывает его полностью, понимаете? Поэтому это наводит на определенные мысли. Кроме того, как вот в самом начале я вам показывал, наводит на мысли еще то обстоятельство, что изначально полиция, ну я думаю, журналисты не скрывали этот факт, они просто не знали, но изначально полиция сокрыла и утаила тот факт, что в этом всем событии принимал участие полицейский. Не просто полицейский, а Кавадло. Я не знаю, почему так происходит, но, как все мы видим уже, Кавадло на его жизненном пути
сопровождают только боль и смерть. Почему так? Но если вы думаете, что поковадло это все, то я вас огорчу. Это еще далеко не все. Скоро я вам расскажу еще несколько очень интересных историй. Пока.